Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич приговорен к пожизненному заключению. Такой вердикт вынес в Гааге Международный трибунал по бывшей Югославии. Младич признан виновным в преследовании, убийствах и насильственном перемещении мирных жителей в период гражданской войны в Боснии и Герцеговине. Это начало 90-х. Сам подсудимый вину всегда отрицал. Во время оглашения приговора Младичу, который перенес несколько инсультов, стало плохо. Адвокаты попросили отложить чтение вердикта, но получили отказ. А Младича, который этим выразил возмущение, удалили из зала в соседнее помещение. Процесс начался в мае 2012-го, после того, как Младича арестовали в Сербии и передали в Гаагу. Это был одним из условий вступления страны в Евросоюз, которого, кстати, до сих пор так и не произошло.